Тяжелого обстреливали, тяжелой артиллерии. Ну, забаливали проходы, чтобы никто не мог выйти. Мы забежали в подвал, там загорелось перебежками, а нас бомбили, по нас стреляли. И так было 23 дня или сколько. Без воды, без еды никто ничего не помог. Что с собой были? Просто что люди друг другу помогали, каждый делились всем. А спасибо вам большое. Убила, не похоронила, ничего, лежит возле дома. Детей накормили, есть покушать. Спасибо большое. Сейчас сюда. Сейчас будет эвакуация, подождали немного, прошел артобстрел, потом подъехали ребята один раз, второй раз и всех вывезли. Спасибо им большое. Эти люди говорят спасибо. Спасибо российским военным. Они выводят их из-под смертоносного огня по гуманитарным коридорам, снабжают экстренно необходимым и дают надежду на то, что жизнь продолжается. Эти несчастные люди знают, кого бояться. Уже 8 с лишним лет. Не знаю, это рассказывали, что доезжали, кто-то пытался выехать, отбирали детей, машину стреляли, возвращали назад. Как оно? Правда, неправда? Ну, рассказывали. Знаете, в подвале много не услышишь. Но, тем не менее, страшно, конечно, это очень, очень. Самое обидное, что это же свои люди, это своя страна. Очень много пропадало у людей, да. Вот такие вот нацисты. Сейчас мы чувствуем уже себя, конечно, уже тут российские войска. Мы очень рады, конечно, что нас...